идея. Пусть дома тихо, неназойливо звучит Шопен. А через пару дней поставьте Грига. Ребенок ваш уже в кровати. В соседней комнате пускай звучит Скарлатти. Когда ему исполнится 7 лет, он вам сыграет Баха минуэт. Ну а сейчас побольше Паганини, Россини и много-много музыки Петра Чайковского. А в 10 лет... Так, между делом, одно словцо про Юрку Жваляковского. А в 10 лет, так, между делом, одно словцо про Юрку Жваляковского, который вот эту вот идею подарил, чтоб он здоровым был хотя бы еще так 40 лет, чтобы легко рождался у него красивый песенный куплет, чтоб дядька пригласил на свой, пусть небольшой, но авторский концерт. Пусть дома тихо, неназойливо звучит Шопен, а через пару дней поставьте Грига. Ребенок ваш уже в кровати, в соседней комнате пускай звучит Скарлатти. Когда ему исполнится 7 лет, он вам сыграет Баха минуэт.